Конечно, правый фланг у «Рапида», где действует Хоффман, которого я вам уже представил. Белединов хорошо перехватил эту передачу. Вот дриблинг демонстрирует. Хорошо прошел двоих. Идет дальше. Пас налево. Лебеденко. Лебеденко бьет, рикошет и гол. Вот такое начало. Самедов открывает счет в этом матче. Все было сделано просто здорово. Вы посмотрите, как прошел Белединов по центру, ничтоже сумняшись и обыграв нескольких соперников. Отдал Лебеденко, и Лебеденко великолепно ассистировал Самедову. Самедов подставил ногу, но здесь оставалось только не промахнуться, только замкнуть эту великолепную передачу. Фактически первая атака «Локомотива», и вот сработала связка. Такая новая связка Белединов-Лебеденко. Мы много говорили и говорим о связке Лебеденко с Сычевым. И вот прекрасный пример взаимодействия уже с новым партнером, с новым нападающим Белединова. Ну и отличный голевой пас. Очень хорошее начало для «Локомотива». И я думаю, что венская команда, венские футболисты немножко обескуражены во главе со своим тренером Йозефом Киттенсбергером, который и сборную Австрии тренировал, и потом работал в Бахрейне с национальной сборной. Сейчас он хочет, мог быть очень неприятный для Овчинникова рикошет. Лима что-то снова теряет, подустал что ли? Акагюндюс опережает Бикейн, судья назначит пенальти. Конечно, конечно, в этом эпизоде Батишка назначит пенальти и что, удалит с поля? И удалит с поля Бикея. Вот так вот. Вот так. Совершенно необязательная первая желтая карточка у Бикея, которую мы оставим на совести арбитра. Ну а здесь что? Нарушение своей площади. Многие говорят, что пенальти — это достаточное наказание в данном эпизоде. И ФИФА рассматривает такие игровые ситуации. Но пока что никакое решение принято не было. И в данном эпизоде следует двойное наказание. А в данном случае двойное даже в квадрате, потому что не просто предупреждение, а удаление по сумме двух желтых и пенальти. Бикей пожал руку Кортешу Батиште, мол, спасибо. Покидает поле, и это, ну вот, то, о чем я говорил. Вообще Бикея, похоже, нужно уже привыкнуть и Штрекову к тому, что Бикея нужно где-то после первого тайма, в начале второго менять. Но в первом тайме не было у него желтых карточек, хотя играл жестко, порой грубо. Все это произошло уже в начале второго, и вот сейчас, я имею в виду предупреждение камерунцу. Но, внимание, кто там бьет, кто на 11-метровой точке, 26-й номер, Валахович бьет. Обманул Овчинникова. Словацкий защитник «Рапида» сравнивает счет с 11-метрового удара. Ну вот так, нельзя сказать, что Валахович штатный